По результатам первых соревнований определилась тройка лидеров 8-й межмуниципальной спартакиады Заполярного района. Это команды из Красного, Коткина и Индиги. Напомню, спартакиада проходит в эти дни в селе Коткина. На спортивный праздник съехались 5 команд из Каратайки, Красного, Нельминоноса, Индиги и Коткина. Почти 80 спортсменов борются за звание сильнейшего в 7 видах спорта. Это волейбол, баскетбол, полиатлон, гиревой спорт, армспорт, перетягивание каната и настольный теннис. О результатах второго дня соревнований нам рассказала директор спортивного комплекса «Луч» села Коткина Арина Баева. По волейболу это первое место у Коткина, второе «Красное» и третье «Индиго». По баскетболу первое место «Красное», «Индиго» второе, Коткина третье. По лыжной эстафете «Красное» первое место, второе «Индиго», третье «Каратайка». По теннису первое место командное «Нельминос», второе «Красное», третье «Каратайка». По полиатлону первое место «Красное», второе место «Нельминос», третье место «Индиго». Продолжение соревнований спортсменов ждут гиревой спорт и армрестлинг. После этого пройдет награждение победителей и церемония закрытия праздника.